Несмотря на войну, люди не теряли надежду на светлое будущее. И с песнями шли на работу, как героини нашего следующего рассказа. Рябчикова Варвара Харитоновна родилась в 1938 году в деревне Платоновка Северного района. Война настигла ее маленькой девочкой, но как провожали отца, помнят хорошо. Вся деревня, вся Платоновка вдоль берега шла, а папа высокий был. И я сидела на левом плече у него и смотрела, тара низкая, берега крутые, тара низкая там. И я смотрела, вот когда проводили. Через речку был мост, а там уже стояла подвода, конь, лошадь запряженная стояла. Папа крепко-крепко, вот помню вот это объятие крепкое его, и повезли, и все. В 1942 году пришла похоронка с известием о смерти отца. Но маленькая девочка не могла поверить, что папу убили. Все время, даже после войны, когда все живые вернулись с фронта, она ходила в кузницу, где работал ее отец, и спрашивала, где он, скоро ли он придет. Приехал Александров, а он с войны. Такая гимнастерка военная, зеленая, какие-то тут награды у него были. Я пришла к нему, пришла в кабинет и говорю: «Ты-то приехал домой, а где папа мой?» А раньше, ну я Варвара, а в деревне Варуша, Варуша звали. Не было такого, что Варвара. Ну маленькая, малый ребенок, Варуша. А Варуша, папка остался еще, не остался. Я вот в кузницу ходила, я видела папкины сапоги, папка еще приедет домой. А он говорит: «Нет, Варуша». Папка устроился на работу, он никогда больше к вам не вернется с мамой. Расти, живи, учись. В родной деревне Варвара Харитоновна проучилась 4 класса. Для дальнейшего обучения ей необходимо было ходить в Бергуль. Но и это не убивало в ней желания учиться. В 5 класс обуть нечего было. Ходила нищенка, она жила у нас с мамой. Накрутила вот этой пакли, как сказать, пеньки, сплела мне лопаточки. Ну, я до Нового года бегала, прибежишь, снег же. Сначала оттаешь у плиты, все печки же топились в школах. А потом ребятишки пальцами разглядывают, что за ободка за такая. Они все же такие нищие были, как я. Но были и другие трудности на пути Варвары Харитоновны. Одной из них было то, что в 1947 году ее маму парализовало. Пришлось рано пойти работать. Уже в свои 15 лет Варе приходилось выполнять тяжелую работу для колхоза, которую с трудом выполняли даже взрослые. 3 лошади дали, 3 коня. Приедем, силос был раньше в ямах глубоких, закапывали, женщины откроют. А мы потом накидывали. И вот 3 ваза надо было накидать и в Бергуль увезти. А дрова в лес приедешь, снег вот так. Надо сначала дорогу протоптать, лошадей завести, промять дорогу, а потом только... А она уже была, у меня она взрослая женщина была, у ней 2 детей было. А я кого? И вот было как наваляем вот таких 3 чурки. До 1958 года Варвара Харитоновна работала в колхозе. Потом переехала в город Куйбышев, где продолжала трудиться на ферме. В 1972 году вернулась в село Северное и, получив свою первую зарплату, она долго не могла налюбоваться полученными рублями, ведь до этого ей приходилось работать за трудодни. Но несмотря на все сложности, героиня нашего сюжета находила силы для жизни и для песни. До сих пор она является активным участником художественной самодеятельности.